Пойдем. Привет, это Тунгус. Мы находимся около честного паба, куда мы пришли для того, чтобы проверить, насколько это заведение демократичное, бюджетное и сытное, как они сами заверяют. Я хотел тебе сказать следующее, что почему всякий раз, приходя в заведение, я вижу вот эти музыкальные каналы. Или не музыкальные каналы типа MTV. Я к чему этот вопрос задаю? Вот почему нельзя людям что-то хорошее показать? А? Что, например? Например, фильм Антониони «Blow Up». В переводе означает фотоувеличение. Это восхитительный фильм. Он понравится всем, я уверен. У нас-то его нету. У нас 10% элиты и 90% баранов. А прослойки между ними никакой нет. Процент это, конечно, с потолка взял, но в смысле это вот по личным ощущениям. Да? У них на Форе появилась своя зона арт, называется. Mm-hmm. Ладно, и что? Вот ты расскажи, что вы там делали-то вообще? Мы там снимали документальный фильм. 2 недели мы там. Зачем целых 2 недели? Вы там волонтеров, видимо, снимали, как все строилось? Мы снимали, как все строилось. Там, на самом деле, знаешь, я там к очень интересному выводу, опять же, пришел, что у нас настолько у людей нечем заняться в жизни, настолько неорганизованных досуг, ну вот у молодых людей, в принципе. Кстати, вот представители того самого редкого среднего класса, который еще немножечко совсем остался, его мать я только помню. Людям настолько нехер делать, что они просто вот как для того, чтобы как-то для какой-то общности, для какого-то общения, им настолько вот всего этого не хватает, какой-то радости, вот этой вот бесконечной жизни. Они все едут строить в 45-градусную жару некий город, непонятно для кого вообще, непонятно зачем, совершенно в степи, где там пауки, где там макароны. Ну, я серьезно говорю, то есть это какой-то подвиг непонятно во имя чего. Ну, это приключение? Да. Да. Для Алматы мы действительно хотим сделать уникальный проект. Мы хотим сделать клевую открытую площадку, на которую мы хотим привлечь людей, которых никуда не пустят, кроме нашей площадки. То есть, которые заняты творчеством своим. Очень, очень глубоко, очень профессионально и очень круто. То есть мы не будем каких-то самодеятельных людей приглашать, а заниматься мы хотим выставками, фото, видеоинсталляциями, концертами музыкальных групп. Только мы хотим все настоящее привлекать. Вот, не вот это вот. Что? Бройлерное, культивированное. А что у нас сейчас сказать? Настоящее, а что не настоящее, в твоем понимании? Ты знаешь, есть масса ребят, вот вы, например, которые играли в подвале, и вот в Алмате дальше подвала они как бы никогда никто нигде не сыграют. Было на пятерочку? Название? Как у Артема Крылова в магазине «Пятерочка». Компанию мне сегодня составил Иван Беседин, режиссер, фотограф, арт-директор студии Blow Up. И, собственно, хотелось бы спросить у него, вот, Иван, что вы думаете касательно этого заведения, в котором мы сегодня с вами провели некоторое время? То есть относительно, там, например, цена-качество и что вы ожидали или не ожидали? Нет, по-моему, вот в соотношении цена-качество очень даже весьма себе неплохо. Вот. И даже мне понравился интерьер, потому что есть здесь темные закутки, я очень люблю темные закутки. И еще мне здесь понравилась музыка. Единственное, что мне не понравилось, это что вот этот вот РУ-ТВ канал включен.
так в целом все очень хорошо. Прям сервис замечательный. И даже народу нет. Так, ну, конечно, люблю людей, но я люблю людей, когда они где-нибудь там далеко. Мы же в среду пришли. Да. Ладно. Вы слишком праздно одеты, мистер Лебовский, для буднего дня. А какой сегодня день? Спасибо.